Бекстейдж життя спортсменів та бізнесменів України у четвер, о двадцятій. Надя Васіна шоу. Мої гості це лідери, які змінюють країну. Вітаю усіх з вами. Я Надя Васіна. Шоу четвер, 20-та година вечора. Як завжди, ми говоримо про спорт. Хочу нагадати вам, що ви можете включати Фейсбук та Ютуб Київ.ФМ і ви побачите нашу студію і наших гостей. А сьогодні будемо говорити про світ карате. І поруч зі мною сидить Андрій Торошанко, дворазовий бронзовий призер чемпіонату Європи, чемпіон етапку етапу Кубку Світу, бронзовий призер чемпіонату світу і віце-чемпіон Європи. Привіт тобі! Здравствуйте! Слухай. Я так рада бачити молодого, успішного, красивого а, спортсмена поряд зі мною, тому що завжди до мене приходять дорослі. Uh, вже, мужики, такі знаєш, досвідчені. А ти приклад молоді, успі успішної молоді нашої України. Uh, ну, По-перше, тебе вітаю з твоїми надбаннями спортивними, так? Да? Дякую. Да, і сьогодні будемо на твоєму прикладі розбирати тему того, а, чим займається молодь 2021 да, у нас в Україні, а, і як бути успішним вже в 23 роки, і далі як реалізовуватися? А, як я вже казала, на твоєму прикладі. А, слухай, давай трішечки про тебе. А вже до 23 років, да, як я вже сто разів сказала, ти досяг а, певного успеха. А, це була твоя мрія, а, щоб ти там вже сидів з медалями, які, до речі, на студії лежать, да, на студійному столі. А, це була мрія, чи це просто ось так воно якось сталося? Батьки відправили, сказали, потрібно. Ну, на самом деле, мы ми... Никогда я не ставил цель быть профессиональным спортсменом. В детстве в первом классе проходили разные тренера, делали обход и рассказывали про свои секции. У нас в школе были разные секции, тэквондо, карате, теннис. И как-то мне понравилось рассказ тренера по карате. Я пришел домой, дал родителям флайер, который нам выдавали. Мы пообщались и решили, что я буду ходить. Полезно и для физического развития, и для самообороны. То есть я считаю, что мальчик должен уметь за себя постоять. И начал так вот тренироваться для себя. Никаких там планов в спортивной карьере не было. Это происходило так постепенно, стало получаться, начал выигрывать там детские турниры, начал ездить на более серьезные турниры. И к 14 годам я попал в молодежную, ну, в юношескую еще тогда сборную Украины. И вот, наверное, с того момента это уже больше переросло в профессиональный спорт. Слухай, а я знаю, что подумала, я дивлюсь на тебя, а ты довольно высокий такой, и мне раньше казалось, что каратисты, да, они высокие и довольно такие, ну, маленькие, <laughs> мне чего-то так казалось, а ты такий ну, тебе, тебе в баскетбол можно идти. Возможно, но в карате у нас разные весовые категории, поэтому есть ребята намного выше меня. Я выступаю в предпоследней весовой категории до 84 килограмм. Есть категория плюс 84, там ребята по 2 метра ростом и выше. Поэтому, Серьезно? И в Я... принципе, количество участников в этих категориях не намного меньше, чем в легких весовых категориях. Так, а гаразд, тоді давай підемо розбиратися взагалі, що це таке карате, да. Як я тобі вже казала поза ефіром, для мене це просто жахіття. Коли я починаю розбиратися в світі бойових мистецтв, я просто плутаюся, і для мене все це пардон, майже однакове, да? але карате, яким займаєшся ти, це олімпійський вид спорту. І ось розкажи про твій напрямок. Ну, я, да, карате занимаюсь олимпийской версией. Это больше как идет спорт, а не боевое искусство. То есть у нас все максимально подстроено под спорт. То есть, турниры, отборы. Прошли сейчас Олимпийские игры, где мы были представлены. Но также есть много различных версий карате, больше традиционных. То есть начинал я заниматься традиционным карате. Версия шатакан. То есть мы учили теорию, мы учили э, вообще в принципе да, нам объясняли, что такое карате, и вот э, постепенно наш клуб перешел э, в спортивную версию, и после этого мы стали больше направлены на спорт только. Ну горазд. Если якщо в взагалі в карате в карате, да, угу. а не в олимпийский вид спорта, то плюс-минус скільки направлений и да? Честно, я думаю, много. Все даже не смогу назвать. То есть я знаю где-то около 10 направлений разных. Ну, например. Есть карате шатакан, карате киокушинкай, есть стили гудзюрю, шиторю, то есть различные стили, и все они отличаются, и их на самом деле много очень. Слухай, я, ну окей, да, це не твоя парафія, да, твій напрямок, твій напрямок це Олімпійський, да, але мені так здається, там така кількість маленьких різниць між усіми цими напрямками. Я просто коли вже намагалася поринути да, в історію, я, реально дуже важко розібратися, але для самих каратистів, да, це, ну наскільки я бачу, важлива, важлива така частина, яким каратезом. триматися. Uh, Кіокушин карате, чи uh, шатакан, чи ще чимось. Uh, гаразд. Олімпійський вид спорту. Uh, Ви були представлены на Олімпіаді. Розкажи про ваші правила. Да? Ти вже сказав, що ти в передостанній ваговій категорії виступаєш. Да? Які uh, вагові категорії є? Uh, на самом деле, от немножко сложная система, если сравнивать uh, мировые первенства и Олимпиаду. На мировых первенствах у нас 5 весовых категорий. У мужчин это минус 60 килограмм, минус 67, минус 75, минус 84 и плюс 84. А, пардон, минус? 60 килограмм. А чего минус? Что значит минус? Э, то есть до 60 килограмм. А, ну, заразумело. Да. У девушек категории до 50, до 55 килограмм, до 61, до 68 и свыше 68. А на Олимпиаде было представлено всего 3 весовых категории. Это было до 67, до 75 и до свыше 75 у мужчин и до 55 килограмм до 61 и свыше 61 у женщин. То есть на Олимпиаду объединяли две категории вместе, из-за чего усложнялся отбор. Uh, им <laughs> не <нема часу> было <laughs>, чтобы все выступали, или почему так? Я не знаю, если честно, почему так сделали, но вот на Олимпиаде только представили три весовые категории. Ну, в Японии, про которую да. мы говорим. Да, а, Токио. Прикольно. А у человеков все нормально было? Тоже три весовые категории. А, объединили категорию до 60 до 67 килограмм, 75 оставили категорию, так как она есть, а объединили еще до 84 и свыше 84 килограмм. Гаразд, для вас, для спортсменов, а на что это влияет? Ну, разумеется, веса там разные, да, и уже там сложнейший физически, эмоционально, и, быть, за досвідом, но вот персонально для тебя. Ну, на самом деле это просто усложнило отбор. На этапах Кубка мира мы продолжали выступать в своих весовых категориях. Вот в этом и сложность была отбора, потому что весовые категории между собой не пересекались, то есть мы набирали баллы рейтинговые в своих весовых категориях, и еще эти, эти же баллы шли в общий рейтинг олимпийский. И объединенные категории были только на одном турнире квалификационном перед Олимпиадой. Он проходил в Париже, то есть это было за два месяца до Олимпиады. Там три медалиста выходили еще на Олимпиаду. А до этого отбор шел только по рейтингу. То есть мы выступали на этапах Кубка мира, на чемпионатах мира, чемпионатах Европы. И баллы начислялись в общий рейтинг. Но категории были все равно раздельны. Вот в этом была и сложность. А наша, мы на Олимпиаде с карате, пардон, я не в курсе, выступали? Да, мы, у нас было три наших спортсмена представлено. Это в категории до 61 килограмма Анита Серегина, она стала пятой. В категории до 55 килограмм Анжелика Терлюга стала серебряной призеркой Олимпиады. И в категории до 75 килограмм Стас Гаруна выступал, стал бронзовым призером Олимпиады. О, класс! Есть, на самом деле очень крутой результат. Из шести категориям были представлены в трех это один из лучших показателей э, среди всех федераций и из трех спортсменов мы заняли две медали и третья спортменка была 5 максимально близко к медали то есть одного да. шага не хватило поэтому результат считаю более чем достойный в Так, гаразд, а давай тоді трішечки про правила поговоримо, де ми розібралися, що так ситуація з ваговою категорією дивною. Правила, що не можна робити, бо в деяких напрямках карате я читала, що іноді я не пам'ятаю в якому, бо там дуже багато можна навіть бити в пах. Я здивувалася. Честно, не знаю, в каком-то виде спорта, ну, в каком направлении карате. У нас все удары ниже корпуса запрещены. Ограничен контакт в голову. То есть, если там человеку разбили нос, это не бал, а замечание переходит. И у нас максимально спорт подстроили чтобы он был быстрый и зрелищный у нас э, раньше можно было использовать еще броски захват и сейчас это все убрали разрешается только подсечки и захват одной рукой и в клинче мы можем находиться там буквально 2-3 секунды и потом нас разводят а клинч это когда вы вот, схопили да, С uh -huh. и пытаемся там провести бросок какой-то то есть у нас больше идет кто кого опередит кто кого переиграет и заработает балл за удары руками у нас идет оценка 1 балл, за удары ногами, если удар ногой проходит в корпус, то 2 балла, удар ногой в голову 3 балла. Бой длится 3 минуты, в конечном итоге побеждает тот, кто набирает больше баллов. Если количество баллов одинаковое, то выигрывает тот, кто взял первый балл. А, ось так. Да. типу, якщо ти перше мене вдарив влучно, так сказати, да, да. А, ти виграєш. Якщо я перша дала якийсь удар, за який мені зарахували, то я виграла. При нічому ну. счеті, да. Uh -huh. І якщо, допустим, 0-0, ніхто не набрав балів, тоді да, дають рішення судді за активність, хто виграє поєдинок. За красиві очі. Да. Якщо розрив по балам э, більше, ніж 8 балів, 8 і більше, то це досрочна перемога. Так, а... Тобто один а, вихід на татамі, да, три хвилини і все. По ньому а, ви обираєте, ну, це все. Тобто, один да. раз на три хвилини, і все. А, цікаво, я чогось думала, що воно якось довше, більше, якось швиденько, дуже швидко. Ну, возможно, ну коли виходиш на татамі, це час дліться очень довго. Зрозуміло. А, а, Ярик, я так розумію, що це новості? Новості? О, нет, Света. Вы а, да, пишаться? Да. Я, окей, okay, все. Я думала... Я хотела немножко истерики какой-то сделать. А... Да, э, смотри, попробуй расслабиться. Uh -huh. Вот прям расслабиться, расслабиться. А то Ярик сейчас тебе водку принесет. <laughs> не, ну просто как-то чуть-чуть все отлично. Просто чуть больше знаешь энергии, чтобы у нас не было это, знаешь, как Википедия. Серьезно, uh -huh. строго там, бла-бла-бла. Так, а, правила. А, сейчас про пояса расскажешь. В двух словах, ну, что-нибудь такое, да? Какие они там, желтые, черные? Так. А, гаразд, розібралися. Ну, де, я розумію, там три хвилини і півжиття проходить одразу в, за такий, я не знаю, сильний, потужний поєдинок. А пояси. А яка є їх різниця? Є білий, жовтий, червоний, коричневий, чорний? Правильно? Білий, жовтий, оранжевий, зелений, красний, голубой, сіній. Потім ага. йде три коричневих і чорний пояса. Ну, я трішечки пропустила, я так коротшу версию. Ну, и опять же, от в каждом стиле карате и различная градация идет. В моем стиле штакан, в котором взялся, вот такая градация поясов, это 10 Q, и потом уже идут данные. Данные это черные пояса. Их можно получить тоже 10 данных. Десятый дан — самый высокий. Окей. Слухай, а я знов-таки. Плутаюся у усьому. Я знаю, що у вас одяг називається кімоно, але сьогодні я почула про догі чи кей-догі. Це знов таки ми поринаємо кудись в історію. карате? Чесно, перший раз услышав вас таке названня, я тільки знав кімоно. Смотри, как хорошо, что ты пришел в эфир. Что да, бы ты делал? Что-то да? новое узнал. <laughs> ну, сегодня буду про что поговорить с тренером. Дорогие, вы сегодня тренировались? Уже 8 -го година Тренировались сегодня? Э, сегодня нет. Утром будет вечерняя тренировочка. Недавно прошел чемпионат мира. Э, буквально три недели назад. И сейчас у меня такой более легкий график тренировок, потому что ближайший турнир будет в конце января. То есть сейчас только одна тренировочка в день вечерняя, больше для поддержания физической формы. Ну, гаразд, а що ви робите? Про чемпіонат світу ми а, трішки пізніше поговоримо. Як проходять ваші тренування? Я, якщо там згадати про мій вид спорту, да, художню гімнастику, нас завжди тренували так, ніби то завтра останній день нашого життя сьогодні, да, і все потрібно усю душу просто вичерпати з нас, вбити, щоб ми вмерли і якось нас винесли просто ногами вперед. З залу, у вас такий же формат. Нет, я когда-то видел тренировки по художественной гимнастики у нас все проходит намного лояльнее менее зрелищно все зависит от этапа подготовки к чему идет тренировочка если это просто паузака это между соревновательная мы больше тренируемся на технические моменты поддержания физической формы и Если уже конкретная подготовка к какому-то турниру тоже идет сначала тактические наработочки, потом уже больше спарингов, то есть все зависит от времени, когда проходит тренировка, это предсоревновательная подготовка или просто тренировка в несоревновательный период. Зрозуміло. А скільки годин вы взагалі на день тренуєтеся? Ось перед змаганнями, перед чемпионатом світу, про який мы зараз будемо говорити. Перед чемпионатом мира у нас были сборы. Національні команди у нас були тренування два рази в день, тренування тлиться где-то 1,5 часа, два, тобто. Есть... Боже, я, я знаешь, чому питаю? Я просто знов-таки порівнюю зі своїм досвідом, проходили о 7:30, уходили о 8. вечора, ми тренувалися, і тренувалися, тренувалися, просто дах їхав. І потім проходиш ти. Чемпіон, у тебе світові нагороди, і ти кажеш, ми півтори години тренувалися. Як? Ну, у нас інтенсивність тренировочек немножко другая. То тобто, есть за півтора часа ти виходиш із залу, у тебе вся одежда мокра, просто можна вижимать. І усталость тоже невероятно відчувається. Тобто, мені кажется, скажется, Зв'язку з інтенсивністю тренування? Ну, так, да, зрозуміло, вона є різниця. Хоча ми також ну, так, готували, як на війну у нас. Чемпіонат світу. А, да, він же в карантинному форматі, всі ці змагання проходять. Як він пройшов, де він був? Він був в Арабських Еміратах в Дубаї. Есть, на цей чемпіонат світу вже були допущені зрители. можно было купить билеты и разрешилось посещать зал спортсменам, то есть мы могли смотреть соревнования, потому что до этого проходил чемпионат Европы и этапы Кубка Мира, они все были с закрытыми трибунами, то есть мы могли пойти в зал только в день выступления. В другие дни мы не могли пойти даже посмотреть, поддержать свою команду. То есть до этого вот проходили так все турниры. Ну, то этом... типу тренування пройшло твоє в цьому залі, де ти будеш виступати, і потім тільки в день змагань туди приходиш. Ми навіть там не тренувалися. Тобто у нас тренування вільному місці, а ми приїжджали в зал, просто виступали і уїжджали. Ну я знаєш, мені здається, це важливо бачити і розуміти зал, в якому ти будеш виступати, татамі, да? відчути. Ну, звісно, особливо момент атмосфери, тому що коли ти виступаєш при повних трибунах, піде підтримка, кріки. Невероятные ощущения, ты выходишь сразу заряжен, у тебя дополнительные эмоции. То есть это дополнительный адреналин, который добавляет тебе уверенности на самом деле. А когда ты выходишь при пустых трибунах, возможно, это немножко спокойней, потому что на тебя ничего не давит, никто тебя не видит, ты сам себе настраиваешься на выступление, но при этом не хватает этого драйва, эмоций, которые, я считаю, просто необходимым в нашем виде спорта. Ну, я трішки переб'ю тебе. Я згадала, як е, олімпійці приїжджали і розповідали. Я кажу: ну як був парад, парад, і там ви з прапорами йшли там. Які емоції? І Всі відповідали, ну, по типу, ну да, ми йдемо, а там купка японців так стоїть, і е, там людей п'ять і так гей, <ривіт> кричить і намагається аплодувати. Ну, по типу якось зробити атмосферу олімпіади. Вони казали, це було і кумедно. Ну, и Якусь даже сумно доводится на такую Олимпиаду. Да, я общался с нашими олимпийцами. Ребята тоже рассказывали, что у них была тренировочка. Они возвращались в отель, в номере. В номерах они жили все отдельно. Каждый день сдавали тесты. То есть, такая вроде бы атмосфера Олимпиады, но немножко из-за того, что не было зрителей, не было вот этой вот всей движухи, скажем так, было немножко непривычно. Ну, гаразд. А цей чемпионат свиту а, ты двуразовый бронзовый призер чемпионата Европы и чемпионат, бронзовый призер чемпионата свиту. Это зараз. Да. Бронзовый призер. Нет, бронзовый призер чемпионата мира это было в категории до 21 года. А, пардон, пардон. Да, в 17 году. На этом чемпионате мира я выступал в командном виде программы. Мы дошли до 1-4 финала. Это самый лучший, на самом деле, результат за историю выступления именно в командном виде у мужчин, но, к сожалению, все равно не хватило одного шага до медальных поединков, чтобы дойти до полуфинала и там уже побороться либо за выход в финал, либо... Ну, гаразд, а Украина на сегодняшний день, а, ну, четвертая да, на чемпионате света. окей, а целом, плюс-минус рейтинг, кто из а, стран лучший? Наша сборная является на данный момент одна из самых сильных в мире. Сейчас обновился вот после чемпионата мира мировой рейтинг, и всего 10 категорий весовых, 5 у женщин, 5 у мужчин. Из 10 категорий, если не ошибаюсь, в 7 категориях наши спортсмены представлены в топ-10 мирового рейтинга. Вау. Wow. Анжелика Терлюга mm -hmm. является первым номером мирового рейтинга, Стас Гаруна является третьим номером мирового рейтинга, и тоже ребята, еще 5 человек входят в число... 10 лучших спортсменов мира. Слухай, а ты уже неодноразово кажешь про наших девчат-каратисток, да? и а, мы бачим на сегодняшний день, ну, взагалі, світ змінюється, да? И равноправие, да, между полами, чоловіки, жінки, воно все урівнюється, урівнюється, и жінки больше борются за свое право, и не только жінки, да? Наскільки це важливо для жінок в карате? Є ось таке по типу. Ми також жінки, ми найкращі, ми ліпше, ніж ви чоловіки, каратисти, тому що ну, мені здається, що бойові мистецтва це більше як для чоловіків, хоча ми вже бачимо, що нема такого напрямку, де б жінки не, бу... не приймали участь да? і... і не ставали найкращими. Ну, За другі мистецтва я не знаю, але в карате підстрительства в женських категоріях. практически такое же, в каких-то категориях даже больше, чем в мужских, в каких-то меньше, но в среднем представительство приблизительно одинаковое, что у мужчин, что у женщин. И конкуренция тоже очень на высоком уровне. Поэтому я думаю, что Каратека очень сильно подходит для девушек. Ну да, <laughs> в быту дуже знадобится, знаешь, неслухняный слухняный человек, хоп, на место, швиденько поставил. <laughs> Як Ирина Кінзерська приходила, думаю, да, недавно, и бронза на Олимпиаде дзюдо, и от, я так кажу, Ирчик, ну тебе щастить, а у нас такая крепкая девочка, да, такая не маленькая. Ось але чоловік також що в неї дзюдоїст, і що і тренер. От я уявляю їх баталії, якщо щось не так піде. Да, лучше до сорні не ходіть. <laughs> Ні, це життєво небезпечно, я б так сказала. Слухай, а чого не вистачає? Ось ти сказав, да ми зараз четверті на чемпіонаті світу. Чого не вистачає? В одної четвертий В одної четверти, окей. А чого не вистачає? Що сталося? Що спортсмени зробили не так? Сложно сказать на самом деле, чего конкретно не хватает, потому что каждое выступление всегда по-разному. Возможно, не хватило какого-то настроя. Мы прошли первых два сложных поединка. Против сборной Греции, против сборной России. У нас все очень настраивались. И вышли в одну четвертую. И казалось, что вот у нас все получается. И сейчас налегке пройдем дальше. Опять же, все складывается. Каждый раз по-разному. Возможно, немножко расстановка спортсменов была не такая. Возможно, не хватило нам настроя. То есть все складывается из таких мелких деталей. Скажем так, мы э, были максимально близко к медали, и вот не хватило немножко фарта. Фарт, удача — это тоже очень важный момент, в, особенно в спорте высших достижений. Без него сложно достичь какого-то успеха. И вот это вот немножко нам фарта не хватило, чтобы побороться за медали. А так наша команда была максимально готова, да, чтобы завоевать медаль. Мы, у нас было замечательное сборная. Мы до этого выиграли бронзу на чемпионате Европы. Поэтому, нагадаю, что поруч Андрей Тарашенко, дворазовый бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион этапа Кубка Света, это бронзовый призер чемпионата Света. Киев ФМ, Фейсбук и Ютуб, включайте и смотрите нас. Так, розкажи про нашу збірну, в якому вона на сьогоднішній день стані? Де ви тренуєтеся? Що у вас є і чого у вас нема? Ну, як я вже повторюю, да, наша збірна зараз на дуже хорошому рівні. Я считаю, що ми, наша збірна одна з найсильніших сильних в мире. І е, тренуємося ми в дуже хороших умовах. За это спасибо огромное нашій федерації. которые создают нам эти условия. Например, вот перед э, чемпионатом мира в Дубае у нас были сборы в Египте двухнедельные. Мы прошли очень хорошую подготовку. И в целом всегда, когда нам делают какие-то сборы тренировочные, нам стараются создать максимально комфортные условия, чтобы мы ни о чем не думали, у нас были просто тренировки, и мы могли спокойно, хорошо подготовиться к предстоящим соревнованиям. Ну а в Киеве, где ваша база? Олимпийская, билеконча-заспайч, где? Когда мы дома, как правило, мы тренируемся каждый спортсмен с личным тренером. Когда у нас проходят сборы, всегда у нас было по-разному. Это может быть Черноморск на базе одного из клубов. Это может быть сборы во Львове, сборы в Киеве. И, как правило, у нас сборы проходят на базах каких-то клубов. по карате. Тобто на олімпійській базі ми не тренувалися поки що. Слухай, а про травматизм. Я дуже часто бачу травми наших там, спортсменів, да, і вони просто іноді шокуються, а іноді, як пловці, лісогор приходить і завжди розповідає, що в нього нема травми. Я так з заздрістю на нього дивлюсь, думаю, як класно! Він каже: я просто плаваю, плаваю собі, плаваю, і все нормально. Да? А в карате як з цим? Ну, я считаю, что травмы есть в любом виде спорта. И очень еще важно, это от спортсмена зависит, да, от идеологии, склонен к травмам, не склонен. Также к работе спортсмена над собой, да, закачка мышц важных, групп мышц, которые, скажем, в зоне риска. Но в карате так же, как и в другом любом виде спорта, есть травмы, и это не редкость. Ну, основные такие, я не знаю, что Основные, сказ... ну, то есть у нас... Такой вид спорта, что очень много зависит от перемещений на ногах. Естественно, большая нагрузка идут на колени. И очень частые травмы связаны с, именно там со связками, с миниском. Вот это очень частые травмы. Также разные там вывихи, связки, может быть, переломы. Вот даже на Олимпиаде один спортсмен произвел бросок, второй неудачно приземлился на руку, сломал руку и прекратил выступление. Хотя был одним из фаворитов на <свят> <свят> Ай-яй-яй, и чья это ошибка, спортсмена якого кидали, який неправильно приземлился, или как? Ну, в, конкретно в том случае, скорее всего, да, не успел сгруппироваться. Ну, в каждой ситуации бывает по-разному, всегда очень сложно решить, кто в такой ситуации виноват. Очень часто пишет, отдают победу одному спортсмену, потом вторая сторона пишет протест, что вот это произошло по вине не их спортсмена, долго комиссия разбирает, и вносят либо подтверждают свои решения, либо меняют его. Вот даже на чемпионате мира сейчас была ситуация в полуфинале. Одна девочка производила бросок, тоже потянула ее на себя, и вторая неудачно приземлилась, э, то, ли вывих, то ли вывихнула, то ли сломала руку, я точно не помню, и не смогла продолжить э, поединки. И ее дисквалифицировали, а дали победу той девочке, которая производила бросок. После этого подали протест, сказали, что та специально потянула ее на себя, пересмотрели, mm -hmm. и та девочка, которая получила травму, прошла в финал, там, понятно, выступить не смогла, но осталась зато с медалью чемпионата мира. А, ну, ну, да, интересно. А, а, ну, у вас, в принципе, же идет видеофиксация, и можно, ну, как то скрізь, подивитися, да. и все это разобрать. И, и судьи. А где ваши судьи, до Они сидят, или бегают поруч с вами? А, у нас есть четыре судьи, они сидят по углам татами. То есть на каждом углу сидит судья. И есть рефери, который в центре татами, то есть он дает команду и, как правило, отходит на конец татами, чтобы не мешать поединку. То есть uh -huh. он всегда старается выбрать ракурс, чтобы было видно. То есть судья дает оценки, баллы, если есть попадание, а рефери уже отвечает за все замечания, там, за выходы за площадку. И вот в таких ситуациях, которые я описал, да, когда идет там какой-то бросок, и нужно определить, кто виноват в нанесении травмы, принимает решение рефери. Слушай, а коррупция у вас есть в карате? Вот световые а, соревнования, да, сейчас Дубай, там, а, вы приехали. И ты помечаешь это? Оно есть? Ну, скажем ну, так, так, в любом виде спорта, где есть судьи, всегда будет какая-то необъективность, всегда будет казаться, что где-то судья сделал неправильное решение. Вопрос в том, сделано это неправильное решение просто, потому что, ну, любой человек может допустить ошибку или преднамеренно, да, и там сколько-то коррупция мне сказать сложно я этого не знаю и думаю никто там точно не признается в этом. Не, ну разумеется, просто очень часто мы бачим, навіть, да, как в там футболе, да, просто людей, которые занимают топовые в свете места, да, футбольные. Футбольному світі за корупцію. І здається, там вже такі гроші. В тебе все є: і ім'я, і здобутки, і кар'єра реальна. Тут хлабис ще потрібно чогось собі грошей десь взяти, як скандал з Месі. І так в нього величезні здобутки. Його батько, його менеджер, але все рівно вони десь там 5 мільйонів євро, їм там чогось недостатньо було. Я так Дуже слухала цю історію, але він в суді, вони судяться за, вже будучи мільйонерами, але все рівно чогось людям не вистачає. То я і думаю, як у вас це. А, Гаразд, скажи мені таке, поки ми далі не перейшли, топові плюси, основні плюси та мінуси карате. Що б ти сказав? Ну, Із плюсов, саме головне, що я завжди говорю. несмотря на то, что боевое искусство, да, какие стереотипы, что спортсмены, особенно там боевые искусства, недостаточно умные. Наш вид спорта является максимально, я считаю, интеллектуальным. То есть у нас не побеждает тот, ударит сильнее, или кто лучше там физически подготовлен. У нас выигрывает тот, кто грамотно ведет поединок и старается переиграть соперника. То есть обыграть за счет каких-то хитрых ходов, принятия решений. Вот мне как, иногда даже кажется, что чуть похоже с шахматами, да, я там смещаюсь в эту сторону для того, чтобы мой противник ушел сюда и отсюда произвести там атаку. Я то есть нужно подумала, продумывать да. наперед свои действия, просто так нельзя встать, подготовиться и быстро ударить удар и попасть. Ну, не это бокс. хотя такое, что я к и по ревняне идут. Поэтому вот, основной плюс это то, что наш вид спорта является очень интеллектуальным, скажем так. Для более молодого поколения это еще из плюсов он менее травмоопасный, потому что в детском виде спорта у нас нет контакта в голову. То есть уже в более взрослом там, да, идет ограничение контакта, а в детском только разрешен контакт в корпус. А в голову идет обозначение удара. То есть дети там учат азы самообороны, боевые искусства, но при этом удары в голову сильные и они не пропускают. То есть понятно, что иногда на тренировке может прилететь, но в большинстве случаев такого нету. Очень важна как и в художественной гимнастике, хорошая растяжка. У нас есть пару примеров, когда девочки переходили в художественную гимнастику, с шикарной, даже у меня в клубе занимается такая спортсменка, с шикарной растяжкой, и техника ног у них просто замечательная, и это им очень помогало в поединках. Ну да, перед качатым я за да. и технику, да, зарубытое. А, слухай, а якщо поговорити про молодь 2021? Да, ти приклад, з чого я починала, в принципі, ефір, ти приклад успішного молодого атлета. А, і а, чим на сьогоднішній день займаються твої колеги? Да, знайомі, ми дуже багато бачимо, а, як. люди берут огромные кредиты, играют в компьютерные игры, им не денег, потому что они их там програють. потом кто-то подсаживается на, кто на наркотики, кто на алкоголь, величезна кількість. Есть величезна кількість талантливых людей, которые работают, а есть и такая. Вот почему ты гадаешь, есть такая разница? Ну, мне кажется, вся проблема идет с детства. Да, какие-то моменты воспитания, там родители не доглядели. Да, попал в не, не очень хорошую компанию и все закрутилось то есть, основная причина мне кажется это идет из детства то есть э, как ее предотвратить мне кажется ну вот занятие спортом одно из неважно каким неважно карате это или какой то другой вид спорта это лучшая профилактика от таких ситуаций то есть ребенок попадает э, в хороший круг общения у него, он, постоянно занятость идет какая-то, у него постоянные там какие-то новые цели ставятся, которые он должен достичь. Ну, в любом виде спорта да, есть там какие-то там турниры, у нас-то еще дополнительные там экзамены на пояса. И ребенок постоянно вращается вот в такой здоровом окружении, скажем так. И времени там на вот всякую ерунду не хватает. А как ты гадаєш, чем бы ты занимался, если бы не карате? Потому что мы же понимаем, что с детства большая часть часу проходила саме в зале. Я, когда начинал карате, еще параллельно занимался плаванием. Мне очень нравилось плавание. Кстати, я скажу, твое тело, оно очень подходит к плаванию. Это баскетбол еще. Я на самом деле люблю, очень люблю игровые виды спорта, особенно с мячом. То есть в свободное время, там, летом, когда нет турниров, я люблю выходить побегать в футбол. Uh, у нас вот на сборах постоянно разогрев у нас uh, там всегда игровая форма разогрева идет, то есть потому что если просто бегать там по кругу это скучно разогреваться. Мы там играем тоже с мячом, баскетбол часто играем, то есть, чтобы подготовить тело разогреться. Uh, с детства занимался вот плаванием параллельно с карате года три наверное. Потом когда уже в карате, ну и в плавании на самом деле после определенного там периода Нагрузки увеличиваются, и стало сложно совмещать. Я уставал, не хватало сил уже ни там, ни там, и надо было выбирать. Я-то сел, подумал, что карате мне нравится больше, и вот перешел в карате. Если бы не карате, не знаю, еще очень нравится мне хоккей. У меня дядя э, был капитаном сборной Украины по хоккею, выступал на Олимпиаде. Вячеслав Завольнюк, я с детства всегда болел за, за команду, в которой он выступает, за нашу сборную по хоккею, ходил на различные матчи. Мне очень нравится и скоростя, и накал эмоций, да. И там же очень такой. Контактный... Травматичный еще. Да. Ну вот, наверное, из-за травматизма меня мама не отдала в хоккей. Когда я просился в хоккей, мама сказала, нет, в хоккей не пойдешь. Очень травмоопасно, лучше иди в карате. Ну да, там без зубив, как минимум, точно можно завершить свою да. карьеру. Ну, процентов 90%. Я... У меня родители были на свадьбе, дяди, и там была его команда, все были без зубов. Шайба, если прилетает, там уже... У меня есть шайба, да, мне приносили, и она, ну, мягко кажучи, не, не приятно, если она прилетит, ну, все равно да, куда. Да, там еще скорости невероятные просто этой шайбы, поэтому никакая капа не спасает. Так, а давай повернемся в двух словах до порад. Что ты порадишь а, своим а... Одно одногодкам, да, які ось на сьогоднішній день не знають, чим займатися і займаються не тим, чим потрібно так сказати. Ось що вже дорослі, вже 23, комусь більше, комусь менше. Що ти порадиш? Іти в спорт, йти в армію, щоб служити і усіляку дурь з голови вибивати, чи як? Ну, в будь-якому випадку чоловік має знайти... Это интересующее его дело, то есть ему было интересно чем-то заниматься, это может быть спорт, это может быть какое-то другое хобби. Там, да, сейчас очень активно раз... какие-то разные там кружки, разные курсы. То есть же киберспорт. Киберспорт может быть, да. Ну, все, что угодно. Да, зан... Начать изучать языки. То есть тоже очень сложно, да, там ходить на разные с... к разным репетиторам, заниматься. То есть, чтобы была какая-то цель. И когда появляется у тебя какая-то цель, ты начинаешь активно к ней стремиться, и все второстепенные там какие-то моменты отходят на второй план. И если у человека есть уже какая-то цель, он к ней стремится, я думаю, там алкоголь, не дай бог наркотики и всякое подобное, ерунда уже будет меньше его интересовать и постепенно вообще уйдет Ж, его жизни. А в тебе было такое? А, а, гайда, спробую. Там где-то мы пошли в клубе, там, между змаганнями, коли є перерва. Алкоголь я пробовал, и когда есть там перерыв между соревнованиями или какой-то праздник, когда, допустим, Новый год будет, я могу выпить немножко алкоголя. Э, наркотики, траву я никогда в жизни не пробовал и не буду пробовать. Для меня это вот такое табу. И, ну, опять же, это, знаете, пошло с детства. Все закладывается с детства, с воспитания родителей, то есть мне родители это доходчиво очень объяснили, что это нельзя. То есть всегда был у меня диалог с родителями. То есть никогда никаких угроз, ничего. Потому что если запрещать ребенку и сказать, вот это вот нельзя, и все без объяснения, то у ребенка появляется интерес. А почему нельзя? А я все-таки попробую. А если объяснить, да, там последствия, которые происходят из-за этого, и грамотно преподнести, тогда, мне кажется, вот появляется отрицание и нежелание вот это принимать. А, Повертаемся до великого спорту. А, спорт а, та политика. Чи уважаешь что що спорт поза а, Честно, не люблю очень говорить на политические темы, потому что я не особо слежу за политикой. Но в плане спорта и политика я считаю, что они не напрямую связаны, но все-таки они пересекаются. То есть, когда мы, допустим, едем куда-то за границу, особенно если не в европейские страны. Когда спрашивают, откуда ты, я говорю, с Украины, сразу мне говорят, а, Шевченко, братья Кличко. То есть идет представление о спортсменах. Спортсмены представляют свою страну, они являются лицом этой страны, особенно такие известные, да, как я сейчас называл. Поэтому все-таки спортсмены должны следить за тем, что они говорят, за своими там социальными сетями. То есть они могут, да, общаться со спортсменами с России, например, но я считаю, на показ этом, в медиа, в соцсетях это не должно преподноситься. Ну, чему ты так уважаешь, например? Ну, потому что идет война уже, восьмой год у нас. И из-за этой войны пострадали очень много граждан Украины, много семей потеряли своих сыновей. И они, эти семьи, думаю, в принципе, не понимают, как можно общаться с спортсмен для них это трагедия и я считаю у них думаю идет просто ненависть к агрессору и так как наши спортсмены представляют нашу страну я считаю ну, недопустимо что в период войны то есть какие-то там были пророссийские высказывания есть, э, я не говорю что я против спортсменов из России то есть, потому что я, мы с ними общаемся иногда. Э, там есть очень адекватные ребята, которые также против того, что у них происходит в стране. Ну, и не они виноваты, что началась война. Но также очень много в России людей, которые это поддерживают, поэтому я считаю, что на всеобщее обозрение, да, нельзя выносить вот какие-то там дружественные моменты. О, да. И, ну, и поддержку там, да, спортсменов из России, например, я считаю, что это неправильно. Дякую за твою здравую оценку ситуации, бо очень часто люди по-разному по оставлять, а и говорят, я за политикой, мне все равно, что там у нас война, не война, ну, таке. Я... Ну, спортсмен не может быть за политикой, как-никак, да? спорт смотрят миллионы людей во всем мире, поэтому Опять же, повторюсь, он не напрямую пересікається з політикою, але все-таки косвіна ані По Порація тоди, тоді для киян, де можна займатися карате і здобувати таке здраве мислення в Києві, куди, якщо люди дорослі, які не, не, не хочуть бути там професіоналами, да, чи молодь, куди можна відправитися. Какие на у нас тренеры. Я, их знаю. Ну, я прорекламирую свой клуб, конечно же. Ну, я занимаюсь, давай. На... Э, я занимаюсь в клубе Сенбин. Это один из самых больших клубов в Европе. У нас занимается около 2000 человек. Наверное, приблизительно где-то так. Может немножко... Багато. Меньше. Да. У нас 20 тренеров в клубе. И различные локации, где у нас проходят тренировки. Да, это и в школах мы проводим тренировки, и в специализированных залах То есть можно зайти в интернете. у Нас есть сайт, и там рассказывают. Еще раз, как называется школа? Сен Бин. Сен Бин. Киев, да. Сен-Бин карате. Так да. Можно назвать. И э, главный тренер и директор нашего клуба Серковский Николай Витальевич также является и главным тренером сборной Украины по карате. І твій тренер, наскільки да. я розумію. І він мой личный тренер. Гаразд. А давай так. Тоді я хочу перед тим, як ти будеш освоювати нову професію для себе а, каратист зі стрічкою, яка лежить перед тобою, гімнастична, да? я її заздалегідь підрізала, тому що вона 6 метрів, тут вона десь 4. Так что такая... Мне этого хватит, я думаю, <laughs> да. чтобы запутаться. Да. Але перед тем хочу, чтобы ты привітав и побажав что-то. у нас різдвяные, новорічные да, свята. В двух словах, что ты хотел побажать? Ну, в первую очередь, для всей нашей страны это очень важная тема. Я очень хочу, чтобы, наверное, закончилась война. Это ключевое, что есть. А отдельно каждому хочу пожелать, чтобы люди были счастливы. У каждого свое понятие счастья, да, кому-то нужны деньги, кому-то нужен семейный уют, чтобы каждый человек был по-своему счастлив, чтобы люди достигали своих планов, целей, да, и там были какие-то самые сокровенные желания, мечты. Дякую. И чтобы все были здоровы. В наше время сейчас тоже очень важно это быть здоровыми. Ну і для здоров'я давай вставай, посунь стілець, будь ласка, і декілька взмахів. Я вже тебе тебе знімають на всі камери, які тільки можна, і я тебе також. Да. Просто покажи: знаєш, якщо коли ти будеш завершувати спортивну кар'єру, ти завжди зможеш перейти в художню Це гімнастику. Вас? да. А, декілька взмозмахів і а, круток гімнастичної стрічки від чемпіона дворазового бронзового чемпіона а, призеру чемпіонату Європи, чемпіона та Кубку світу та призеру чемпіонату світу Андрія Торошанко. Андрій, дякую за те, що ти прийшов в нашу студію. І до речі, наприкінці ефіра в тебе дуже непогано виходить вже працювати з гімнастичною стрічкою. Що, а? Ну, кладі, мене потренуєте і можна буде... Я ж тобі кажу з вами. був проект Надява. На шоу почуємося вже за тиждень. До побачення. Бекстейдж життя спортсменів та бізнесменів України у четвер, о двадцятій. Надя Шоу. мої гості. Це лідери, які змінюють країну.